Автопробег «Квест» по местам Великой Отечественной войны пройдет в Одинцовском округе 16 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в рамках второго международного кинофестиваля «День Победы». Участники получат задания с точками, которые надо отыскать на карте или в навигаторе, и посетить их за отведенное время. Это мемориалы, памятники и братские захоронения на территории муниципалитета. Победителем станет экипаж, который за отведенное время или быстрее других пройдет наибольшее число точек, правильно ответит на контрольные вопросы и предъявит организаторам фотографии своего номера участника на фоне посещенных объектов.